Всем привет с берегов Волги из города Самара. В прошлое воскресенье мы получили посылку весом 38 килограмм от питерского завода Time Trial. Распаковали ее. Кстати, все надежно и качественно упаковано. И вот она, наша надувная оранжевая мечта, длиной 5 метров 40 сантиметров, Катабайт Байтбот 3F. Сергей начал накачивать лодку ножным насосом, который мы тоже заказали у Time Trial. Также мы заказали два надувных сиденья S35, по две пары бедренных и пяточных упоров, два комплекта держателя байдарочных весел, держатель спиннинга и большую полудеку капюшон. На накачивание лодки ушло чуть больше 12 минут. И вот они, первые шаги. На лодку мы поставили мотор мощностью 5 лошадиных сил. Байтбот 3F оснащен фальшбортами, что очень актуально для нашей могучей матушки Волги. Наш Катабайт укомплектован баллонами 33 см, что дает возможность использовать байдарочные весла. Комплектующие нам помогли выбрать работники завода Time Trial, в частности Андрей Санар посоветовал взять именно 33-сантиметровые баллоны, а также дал множество других дельных советов и исправил некоторые наши ошибки в заказе. Спасибо, Андрей. Приезжайте к нам в гости. С момента заказа до момента изготовления лодки и отправки с деком в Самару прошло всего 15 дней. Ну вот испытание байтбота с пятисильным мотором. Сейчас посмотрим, на что он способен. Выход на глиссер. Время покажет, сможем ли мы осуществить все наши разнообразные планы. Ну, тут и поездки на дачу за 40 километров по Волге, и рыбалка, и туристические походы по технически сложным рекам. Но сейчас мы надеемся, что Байтбот 3F поможет сбыться нашим мечтам.